нем сразу же поиграем. Подожди, перед тем, как играть, я тебе хотел кое-что показать. А что именно? Большая игра. Ой, Копик, это что еще нахер такое? Прямо сейчас мы с тобой узнаем, как этот Дак сражается в большой игре. И я думаю, то, что этих челиков он на изи выиграет. Ага, Копик, ну против него играют какие-то нубики. Это ты еще как понял? Ты на них посмотри, какой гигантский Дак. Он их сейчас просто всех сожрет. Нет, Сёма, это все были всего лишь их предположения. Битва только начинается! И мне капец как интересно, как ты думаешь, кто выиграет в этом противостоянии? Пятеро обычных бойцов или один гигантский Дак? Копик, лично я голосую за Дага! А мне все-таки кажется, что эти пять челиков его сейчас вынесут. Ага, получается, мнения разделились. Если ты тоже голосуешь за меня, то поставь лайк! А если думаешь, что выиграет эта пятерка, тогда просто напиши об этом в комментариях. Посмотрим, чего же будет больше лайков или комментариев. А пока что давай смотреть за этой битвой. Давай, да, выноси их. Стоп, зачем ты даешь им сосиски? Нет, чуваки, не ведитесь, это все обман. Кажется, Дак задумал какую-то странную фигню. Зачем он хочет накормить их этими хот-догами, я пока что не понимаю. Копик, мне кажется, он хочет их как-то проткнуть. Но я пока что не понимаю, каким образом. Ага, потому что эти хот-доги на самом деле наоборот их могут исцелить. А это получается уже как-то нелогично. Не-не, Кубик, пусть они их схавают, исцелятся, и тогда они точно выиграют. Но что-то здесь явно не так. У нас пошел какой-то обратный отсчет и... Чего нафиг? Кубик, он их выиграл! Чё нафиг? Это вообще законно? Другая игра. Так? Сейчас, походу, они будут играть заново. Нет, теперь, походу, главным игроком станет Эль Прима, а с какого фига? Кубик, блин, чё, блин? А это что, получается, так все-таки выиграл? В прошлой катке, да. Ну давай посмотрим, что же будет сейчас. Я думаю, то, что этот Эль Примкин 100% сольется. Эй, нифига подобного! Сейчас он выиграет, Кубик, ты ошибаешься? А мне кажется, что Кубик прав. И Эль Примкин реально сольет. Сейчас мы это проверим. Вы хватит там уже спорить. Давайте просто это посмотрим. Кажется, Эль Примкина видно даже в этих кустах. Ага, у него там торчала башка. Чувак, нафига ты туда залез, блин? Эти кустики явно не для тебя. И смотри, его сейчас просто вынесут. О, Кубик, Эль Примкин сражается против Эль Примкина. И кажется, обычный Эль Примкин кинул его через себя. Такого я не ожидал. Кубик, он просто использовал гаджет. Красавчик. Ага, только этим гаджетом он сразу четверых кокнул. Вот, блин. И кажется, они остались один на один. Обычному Эль Примкину сейчас точно не поздоровится. Кубик, его сейчас просто вынесут. И вот тут в землю. Да уж, это реально было комбо. Но нифига подобного. Он стоит под щитом? С какого фига? Кубик, он просто воскресился только что. Ты что, не понял? А, ну да. Я просто подумал, вдруг там с ними газ какой-нибудь есть. И он просто кинул на него свой щит. Не-а, не было такого. Эль Примкин, давай гаси их. Так, стоп. У нас стоит 8-бит. И рядом с ним появляются какие-то странные черточки. Это что только что была за линия? Кубик, походу, лошадь телепортируется на ней. Ой, а у 8-бита просто сломался его пиздик. А Эль Прима просто начал с него угорать. Это было смешно. Но Нани очень сильно боится, потому что ее тиммейта убили. Нифига подобного, Кубик, она сейчас отомстит. Или не отомстит, кажется, летит метеорит. Оу, ноу. Он ее вынес. Да уж, метеорит просто на изи расправился с этой Нани и опять уничтожает этого Эль Примкина. Да почему ему так достается? Кубик, идет обратный отсчет. За это время нужно успеть поставить лайк. Давайте, ставьте скорее. Надеюсь, что вы успели. А Эль Прима все-таки одержал победу. Но нам уже пора переходить в следующую катку. Кажется, этот Дак даже не может ящик сломать. Да уж, он ломает его просто и день, и ночь, и день, и ночь. Наконец-то у него получилось это сделать. Ага, Кубик, он вообще какой-то дубасина. И Мортис у него просто стырил банку. Ой, чувак, это было зря. Гаса лучше не злить. Он своим шариком тебе сейчас так отдубасит. Он что, просто лопнул? Ага, он просто получил леща. Но кажется, сейчас кто-то подойдет. Это будет настоящий Дак. А почему он такой качок? Кубик, кажется, он подкачался. И Мортиса на изи вынес. Они, походу, просто были в одной команде вместе с Гасом. Но тут пришел Сэм. Что надо? Я здесь. Да говорю, Сэм пришел, а не Сэм Эн. Дебил. А, ну все, ладно, я тогда обратно пошел. Ну и вали. А мы пока что посмотрим, кто же выиграет в этом противостоянии. Мне кажется, то, что Сэм сейчас точно сольется. Ага, против Дага ему точно делать нечего. Стоп, у него что, осталось мало жизни? Ну он использует свою ульту.
Стоп, чувак, ты успел это сделать или нет? По всей видимости, нет. Ёк, макарёк, чувак, я думаю, то, что тебе нужно срочно возродиться. Кубик, возродиться у него сейчас. Получилось. Ну ладно. Он его просто вынес. На изи. Офигеть, а я думал, то, что он все-таки не успел использовать ульту, и они просто танцуют победный танец. Чуваки, я за вас капец как раз. Кубик, не так быстро, у нас летит Мортис, и он, кажется, сейчас отомстит. А у меня есть предчувствие, то, что так все-таки будет сильнее, и Мортиса он вынесет. Стоп, просто Газ использовал свою ульту. Ой, Мортис аж даже немножко вспотел. Интересно, а это еще почему? Наверное, потому что он не нажал на кнопку поделиться. А ты что ждешь? Давай тоже на нее нажимай. Скорее. А мне все-таки кажется то, что Мортис получил леща. И снова они танцуют свой победный танец. Потому что в этот раз они точно выиграли. Кубик, а давай теперь сыграем в гимасики и посмотрим, сможет ли так выиграть. Я думаю, что у него должно получиться. Так, только я пока что не понимаю, с кем он в команде, с Котлетой или с Эльпринкиным? Это мы сейчас узнаем, но я думаю, что с Котлетой. Стоп, это что еще за фигня? Между ними, походу, завязалась какая-то любовь? Котлета и Эльпринкин? Ты что, вообще дебилы, что ли? А мне кажется, будет вообще шикардосная парочка. Да уж, я лично как-то в этом очень сильно сомневаюсь. Давай все-таки посмотрим, кто из них выиграет. Ой, Спайк кого-то увидел. И кажется, этот темный лорд Спайк очень сильно испугался, потому что там пролетал ворон и украл все алмазы. О-оу! И они просто убили Эльпринкина. Кажется, это был ворон из команды этого примата. А я же думаю, они сейчас отомстят. Опа-ма! Это кто еще такой? Я пока что тоже не понимаю. А, это был Мортис. Чувак, а что ты вообще задумал? Он, кажется, хочет их уничтожить и забрать все кристаллы. Так у них же уже и так забрали все кристаллы. Зачем их тогда уничтожать? Ну так это, вдруг сейчас пойдет обратный отсчет, а они его прервут. Ну да, в принципе логично. Так давай же просто посмотрим, получится у него это или нет. Кажется, он просто споткнулся об свой же плащ. Вот он добил, конечно. Да уж, он прям очень смешно плюхнулся. Сейчас он точно получит по заслугам. Только мне интересно, где же здесь Дак? Он 100% должен появиться, и по всей видимости, он будет как раз таки в команде Спайка и этой Котлеты. Кубик, ты тоже это слышишь? Кажется, у нас просто что-то летит сверху. А, так это хот-дог Дага? Стоп, подожди, а он что сейчас? Кажется, он все-таки с Мортисом в одной команде. Ага, он его вылечил. Им сейчас будет хана. Но его все равно немножко вырубили. Так тебе и надо, жучара. Но тут прилетает настоящий Дак. И он, походу, сейчас этих двоих сразу же вынесет. Нет, чувак, только не делай этого. Обик, он вообще-то их противник. Значит, он их должен уничтожить. Я не понимаю, почему они с Мортисом в одной команде? Они должны быть, наоборот, в разных. Это еще почему? Ну, потому что один контрит другого. Только спустя некоторое время они, походу, смогли выиграть катку, потому что ты просто посмотри, сколько. Сколько там кристаллов? А Эльприма теперь походу катит к этой Эмс. Да уж, вот он, конечно, офигевший. Катку, значит, выиграл. И теперь можно выпендриваться, что ли? Ну, походу, получается именно так. Кубик, а может купить на Дага новенький скинчанский? Ну, я бы на самом деле не хотел тратить гемы. А мне пофиг. Зрители, ставьте лайкосики, и я покупаю этот новенький скин. Ю-ху! А зачем он тебе нужен? Да чтобы поиграть в следующих катках. Надеюсь, у тебя хотя бы получится выиграть. Кубик, не сомневайся, сейчас я выиграю полуполе. Да уж, этот 8-бит получил прям знатную шишку себе на голову. Кубик, а что делать, если у него все тело, это и есть голова? Ну, тогда получается, что он получил по своему телу, но есть одна проблемка. Он капец какой медленный. Кубик, не переживай, сейчас придет Дак. И ему поможет. Да уж, Эльпримкин даже успел немножко поспать. Но 8-бит все-таки пытается забить гол. Но по всей видимости он сейчас промажет. Кубик, а как ты это понял? Ну не знаю, у меня просто было такое предчувствие. Ну ты не переживай. Они просто дадут пас и все равно гол забьют. Ага, дальше у нас есть Бо. Но только он немножко перепутал и пнул прям по башке Тика, которая сейчас походу просто взорвется. Ему было очень больно. Опа-на, а вот и Дак. Они просто вместе с Тиком были заодно. Окей, чуваки, забивайте гол. Кубик, сейчас они забьют. Но кажется, у них появилось препятствие. Ага, в виде настоящего база. Только они же вместе оба драконы. Почему они играют друг против друга? Кубик, наверное, просто так совпало.
но он все равно хочет дать ему хот-дог. Только я пока что немножко не понимаю, зачем он ему нужен. А, для того, чтобы отвлечь его. Ага, а в это время Тик забьет гол. Юху, счет 1-0. Нифига себе, у него реально получилось его затроллить. Но кажется, база это очень сильно разозлила. Ага, Кубик, он, наверное, сейчас ему навешает люлей. Короче, Кубик, мне кажется, что скин все-таки какая-то фигня. Буду играть лучше без скина. Нифига ты что придумал. Только у нас есть проблемка. Пока пытается сломать банку, у него это только сейчас получилось. Ага, он ломал ее капец как долго. Но его сразу вынесли. И кажется, это сделал настоящий динамайк, а за Пока было очень обидно. Так, подожди, а где там Дак? Я не понимаю. Кубик, не переживай, сейчас он придет. Только здесь еще есть Корделиус, которого тоже нужно вырубить. Но тут пришел настоящий качок Дак. И кажется, он сейчас его просто вынесет. Нет, Кубик, Корделиус его убьет. Но у Дага же есть хот-дог. И он просто изнесется. Оу, ноу. Стоп, они что, были в одной команде? И динамайк убил сразу двоих? Оу-оу. Это, наверное, было очень больно. Ну, а если ты хочешь увидеть еще больше таких анимаций, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и нажми на следующий видосик. Он здесь уже появился.